Добрый день, друзья! Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал «Цветочки, цветочный микс». Я хотела бы сегодня немного поговорить об этом растении, истории его приобретения. И сейчас я хотела бы отделить от него, скажем так, дубликат отросточек, который я хочу размножить, чтобы у меня был еще запасной вариант, скажем так. Чем нравится мне это растение? Оно, во-первых, неприхотливое, оно красиво смотрится в кашпо, у него красивые листики, посмотрите. Когда чем больше оно растет, и больше оно становится эффектным и зрелищным. И украсит любую квартиру, любое лоджия. Очень-очень мне нравится. Это бегония разноперстная, которую я купила в Томске. Да, в Томске у одной женщины по имени Тамара. Я поехала, значит, я с ней списалась на Авито и поехала к ней за цветочком. Там я еще купила антуриум, когда я увидела на окне у них яркие-яркие цветы. Большой куст антуриума, он меня тоже очень-очень покорил. Тот цветочек я продала, когда уезжала. А вот эту бегонию, материнский цветок, я продала. Это от нее уже отросточек так вырос. Да, я его забрала в Томск. Да, в контейнер несколько цветов я, конечно же, с собой забрала. А как же, цветовод, для цветовода очень важны такие моменты. Хотя бы несколько цветочков с собой взять в дорогу. Если ты уезжаешь из города, это очень памятно и очень вдохновляет и очень радует. Это такие минуты, когда ты это тебя очень... Когда ты ухаживаешь за цветами, это просто такие приятные моменты. Моменты того, что ты все-таки сохранил этот цветочек, что он тебя радует. Есть продолжение материнского растения. Хотела бы я отрезать отсюда вот маленький отросточек, чтобы сделать дубликат этого растения. Как вы видите, в кашпо у меня вот так горшочек. Я положила и подвесила на окошке, он у меня висит. Но с одной стороны, как видите, больше, а с этой вот, да, свисает, а с этой пустовато. Надо, чтобы было равномерно. Вот я решила не ждать весны, а прямо сейчас заняться делом, чем я и займусь. Вот здесь как раз и я сделаю свой надрезик. Сейчас я осторожно так чикну это растение. Мне не совсем удобно. Так. Ага. Постараюсь. Так. Ага, все, сейчас. Прости, дорогой. Так надо. Все. Друзья, вот такой у меня получился отросточек. Посмотрите, замечательный. Вот такой кустик. Я его водичку в тепленькую, чуть-чуть корневина туда добавлю. И пусть он развивается, подрастает. И будет еще одно растение. Вот, вот так вот получилось у меня.
Я думаю, ничего тут не навредило ему. А он будет дальше куститься с этой стороны и будет еще красивее. Возможно, вы знаете, как это растение, как эта бегония еще называется. Вот я в интернете искала, нашла разноперстная, но другого названия пока я не знаю. Может быть, вы мне подскажете, друзья? Буду вам очень и очень благодарна. Возможно, у вас есть какие-то истории ваших цветов. Вы рассказывайте в своем видео, у кого есть канал. Мне будет тоже очень интересно послушать. Вот, это мне тоже близко, и я вас благодарю за то, что вы пишете свои комментарии. Если кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, я отвечу. И я вам благодарна всем за поддержку. Делайте, пожалуйста, репосты и ставьте, не забывайте лайки, мне очень приятно будет. А вам огромное спасибо за просмотр и всего вам доброго. Успехов вам во всем. До новых встреч. А с вами была я, Светлана. Пока-пока.